На 9 сентября в Армавире прививку от коронавируса сделали 50 619 человек. С наступлением холодов необходимо ускорить темпы вакцинации, так как в отдельные дни статистика по зараженным COVID-19 составляла 48,20 человек в день. Всего с 1 по 9 сентября тесты оказались положительными у 100 человек, поэтому городу как можно раньше нужно создать коллективный иммунитет. Сейчас нам поставлен план в 101 тысячу. И на сегодняшний день он выполнен всего-навсего на 50%. И удручает то, что лиц старше 60 лет, среди них всего-навсего где-то 14 тысяч. Это вообще непозволительно, потому что большая часть населения нашего взрослого – это лица старше 60 лет. Поэтому очень важно сегодня проявить гражданскую ответственность за себя, за своего близкого и лицам старшего возраста. Из общего числа привитых 46,5 тысяч человек прошли полный курс вакцинации, а еще часть сделали повторную прививку препаратом «Спутник Лайт». Он специально создан для ревакцинации через полгода после основного курса для поддержки иммунитета от коронавируса. Молодым людям, у которых нет никаких таких провоцирующих заболеваний, можно совмещать и прививку против коронавируса с гриппозной. Но если очень сильно чего-то бояться, то с месячным интервалом. Я, например, пойду сделаю, у меня ревакцинация уже подходит, вместе с гриппозной вакциной сделаю. В ближайшее время в Армавире начнется профилактическая кампания против гриппа, и медики рекомендуют сделать обе прививки для большей и разносторонней защиты. Если бы эпидемическая ситуация позволяла бы, то можно было бы обойтись. Но эпидемическая ситуация не позволяет, надо лучше укрепить. Это дополнительного вреда для иммунной системы не сделает. Это как бустерный такой эффект будет. Напоминание о том, что есть такая инфекция, и против нее надо возобновить антитела. Начало сентября – это сложный период с высоким риском заражения той или иной инфекцией. После отпусков и каникул в учебных заведениях и на предприятиях заново формируются коллективы и в течение 2 недель адаптируются к новым вирусам и бактериям. Поэтому жителям напоминают о соблюдении мер безопасности, использовании масок, перчаток и антисептиков и призывают сделать прививку от коронавируса. Инна Лепеткина, Евгений Халманских, служба информации телеканала 360 Армавир.